Если вопросы, коллеги, присаживайтесь. Я сам хотел бы рассказать о молодежном капитализме вот его современном виде в Саратовской области 10 лет исполняется, и завтра в связи с этим пленарное заседание в Саратовской областной думе пройдет. А 10 лет это достаточно серьезный опыт для любого движения. Коллеги, есть в регионе, к сожалению, в единственном экземпляре, но тем не менее немалящее достоинство, государственное бюджетное учреждение в сфере молодежной политики. Это региональный центр «Молодежь плюс». Она является подведомственным учреждением Министерства молодежной политики, спорта и туризма. И хотел бы предоставить слово заместителю директора по реализации молодежной программы проекта Эйзенштейна Лариса Сергеевна, члену общественной палаты Саратовской области, экс-руководителю молодежного парламента. Это вот к слову о кадровых движениях. Я все-таки стал уже разбираться в молодежных организациях. Это не единственная бюджетная организация подобного рода. Региональная единственная. Ну, а ты видишь, как уточнил. Да, государственная, региональная. Но у нас в городе еще есть, я не знаю, решения нет. Городской молодежный центр. Молодежный. Так что... Я уже в конце выступлю, по максимуму сокращу, но тем не менее. Наш центр работает с 1997 года и является специализированным учреждением по работе с молодежью на территории Саратовской области. Центр имеет обособленные структурные подразделения в 14 муниципальных районах области, и в основе деятельности центра лежит программно-проектный подход. Целью деятельности является создание условий для поддержки развития молодежных инициатив, личностного самоопределения молодежи.